Экскурсия по бэк-офису «Карт-Барс». Добрый день, уважаемый зритель! На связи с вами Николай Лобанов. И сегодня мы поговорим на очень злободневную для многих тему. Мы совершим экскурсию по бэк-офису «Карт-Барс». Поскольку пока что интерфейс на русском языке отсутствует, для многих эта тема весьма злободневная. И все-таки я предлагаю использовать Google Chrome, потому что он переводит многие слова, хотя иногда перевод не совсем адекватный. Я сам больше пользуюсь англоязычной версией, но для многих это непривычно, необычно, непонятно, поэтому мы поговорим о русском языке, и я буду демонстрировать именно Google Chrome. Если у вас есть проблема с языком, то рекомендую использовать именно Google Chrome в качестве основного браузера, когда вы пользуетесь бэк-офисом CarrotBars. Итак, даже здесь, во внешней части сайта, вы можете получить много информации, касающейся бизнеса, продукта, перевозки, хранения, контакты. Кстати, вот здесь вы можете кликнуть и получить контакты. И либо здесь. Это электронный адрес, на который вы можете написать свое сообщение. Здесь также есть, например, график изменения цен на золото за последние 24 часа, за последний месяц, полгода, год, 10 лет, вот. Интересный график, вот видите, как менялась и меняется цена на золото. Здесь вы также можете посмотреть открытые страны, биржевый центр, карты, компании, почему золото, история золота. Возможно, эта информация вас весьма заинтересует, но мы пойдем во внутреннюю часть. Мы кликаем кнопку «Войти», вносим свои данные. И когда вы заходите первый раз в свой бэк-офис, здесь будет окно, вам нужно будет прочесть сообщение. Если вы этого не сделаете, то оно будет постоянно всплывать, пока вы его не прочтете. Вам нужно кликнуть в правом нижнем углу «Месседж» или «Сообщение» и прочесть сообщение. Оно называется «Welcome to CarrotBars» или «Добро пожаловать в CarrotBars». После этого оно вас уже беспокоить не будет. Давайте мы начнем именно вот с этой страницы, которая открывается. Это страница общей. И здесь есть данные у вас. Ну, посмотрим. Здесь ваш логин, здесь ваш номер. Номер и логин не меняется. Здесь ваш статус, здесь ваш пакет. Количество сделок за период – это за неделю, видимо. Всего клиентов, всего филиалов. Причем это те, которые приглашены лично вами и теми, кого пригласили вы. Здесь же общее количество команды. Здесь, возможно, количество участников вашей команды, которые перешли переливом. Здесь количество баллов слева, единиц или юнитов, и здесь количество баллов справа. Многих интересует, что вот это за цифры. Вот это те суммы, которые еще пока на вашу карту не поступили с прошлой недели или раз в месяц. То есть вот эти суммы еще на карте не обозначены. Эти, вот двойная комиссия на этой неделе, за последнюю неделю. Они будут перечислены в пятницу, и эти суммы, либо вот это, либо и то, и другое будет перечислено на карту. Чуть позже вот здесь вы сможете зарегистрировать свой кошелек, пока он еще не в полную меру функционирует. Ну и мы пройдемся вот здесь. Вот ваши 5 первых шагов. Первый шаг – это заказать пакет. То есть, когда вам нужно приобрести для себя пакет, вы кликаете сюда «Заказать пакет». На эту тему есть специальный урок, вы можете посмотреть его в YouTube. Следующий – загрузить ЗСК документы, то есть это верификация. На эту тему тоже есть видеоурок. Заказать золото, ну об этом мы чуть позже поговорим и посмотрим. Поделитесь своими целевыми страницами, здесь ваши ссылки. Тоже чуть позже мы посмотрим. Посетите веб-семинар, для нас это русскоязычных не очень важно, потому что здесь англоязычные семинары. Здесь как раз график вебинаров США, чешский, испания, немецкий, французский, но на русскоязычном рынке мы гораздо больше проводим вебинаров, чем, наверное, все они вместе взятые. У нас очень активная команда, поэтому обязательно посещайте вебинары, которые проводятся русскоязычной командой. Мы можем посмотреть странички вот этой странички общей, кликнув по вот этим надписям, а можем по вот этим кнопкам. Это одно и то же. Давайте пойдем по кнопкам. Сначала сообщение. Здесь ваши сообщения, ну вот, непрочитанных нет. Последние новости. Здесь, кстати, очень много новостей, вы можете их читать и узнать для себя много нового. Следующие загрузки. Здесь множество документов, которые вы можете скачать на свой компьютер, но они на английском или немецком языке. Или вот на этих языках, которые здесь представлены. Их много, но пока что русского нет.
То есть вы выбираете свой язык и можете скачать эти документы. Здесь и маркетинг-план, и золото, и о продукте, и так далее, и так далее. Это все вы можете скачать и посмотреть. Здесь также для печати логотипы, возможно, они вам пригодятся. Здесь данные за прошлый год. Здесь даже не знаю, что это, провод банка информации. Здесь какие-то данные по банку. Я думаю, нам это сегодня не нужно. Следующая страничка – архив информационных бюллетеней. Здесь вы можете посмотреть те сообщения, которые раньше приходили. Здесь они по датам. Кликнув по PDF, вы можете открыть и перевести через Google переводчик. Они здесь, конечно же, на немецком или английском языке. И активные страны – это те страны, в которых сегодня без проблем можно делать бизнес. Напротив страны стоят либо две галочки, еще вот это – дополнительные налоги и таможенные пошлины. К сожалению, среди этих стран сегодня есть Индия, есть Украина, я имею в виду с крестиком, пока что есть проблемы. К сожалению, пока нет Казахстана и Китая, но это наше ближайшее будущее. Я думаю, Китай тоже будет открыт, хотя бы в определенной степени. Теперь я предлагаю перейти не на вторую закладочку, а вот сюда. Статистика команд, потому что более всего мы заходим именно вот на эту страничку. Давайте мы ее кликнем. Здесь есть только две страницы. Это личные рефералы и двойная система. Более всего и чаще всего мы кликаем именно по двойной системе. Но посмотрим вот эту страничку. Личные рефералы. Здесь у нас, во-первых, есть наши реферальные ссылки. Вот эта ссылка основная, которую вы берете для регистрации лично приглашенных. Здесь ссылка на ваш магазин, здесь ссылка на вашу посадочную страницу, но она на английском языке. И еще KaExchange, посмотрите сами, что это за ссылка. Здесь указывается ваш спонсор, а ниже ваши лично приглашенные партнеры. Здесь их логин, имя и фамилия, телефон, электронный адрес и количество, давайте посмотрим по статистике. Вот здесь лично приглашенные, количество юнитов в команде. И вот это даже сейчас не скажу, что это такое. Здесь есть также данные о клиентах. Но я думаю, в нашей ситуации клиенты — это скорее всего ошибка, нежели на самом деле клиенты. Потому что любому клиенту выгодно иметь еще и партнерскую ссылку, и поэтому клиент, скорее всего, это человек, который чего-то либо не понял, либо совершил ошибку при регистрации. И вот следующая ссылка. Либо здесь двойная система, либо вот здесь двойная система. Это то, куда мы чаще всего переходим, потому что здесь самая важная для нас информация. Здесь количество лично приглашенных, дата регистрации, статус, количество людей в вашей команде, ваш пакет, утверждены ли ваши документы. Здесь численность команды слева и справа. И количество поинтов слева и справа. Здесь я уже рассказывал, как переключать. Опять же напомню, что вот на русском языке переключение вот это не срабатывает. Если вы хотите переключить, то вам нужно обязательно перезагрузить страничку, если на русском языке. После этого справа всплывет вот такая кнопка «Показать оригинал». Кликайте «Показать оригинал». И вот здесь вы тогда уже можете переключать. Вы можете менять вот это имя. Или переключить левое, правое, автоматик. И только на английском языке. У многих не получается переключить, потому что они стараются это делать на русском языке. Но я опять перезагружу, и мы перейдем на русский язык. Здесь вся ваша структура. И вот эта кнопка позволяет вам переходить на свое место, а эта кнопка позволяет вам перемещаться на одно место вверх. Например, если вы кликнули вот сюда, и вам нужно подняться на одно место, вы просто кликаете вверх и перемещаетесь на одно место вверх. А если вы хотите переместиться полностью вверх, вы кликаете вот сюда и перемещаетесь полностью вверх. Некоторые не знают, как посмотреть структуру, которая находится внизу. Вам просто нужно кликнуть по самому нижнему, либо тому, который ближе к самому нижнему, и посмотреть, что происходит ниже этого места, этого человека.
Здесь, кстати, открываются его данные, дата регистрации, его статус, все то, что мы говорили. Вы можете это посмотреть тоже. И открывается все то, что находится ниже. Окраску статуса вы можете посмотреть здесь. Это без приобретения пакета, это бронза, серебро, золото, VIP, VIP эксклюзив. Перейдем, наверное, к самой интересной кнопке, это комиссии. Кликнем и посмотрим. Здесь открывается много подразделов, они же находятся здесь вот слева. Но когда мы кликнули комиссии, мы здесь можем посмотреть основные вещи. Здесь не очень корректный перевод, одноразовые комиссии. На самом деле это бонус первого уровня, где мы можем получать от 0,5% до 6% от всех продуктов, проданных всей нашей организации. В нашем случае мы имеем статус бронзового директора, и это дает право на получение до 4%. И здесь можно просмотреть эти цифры, которые начисляются в течение месяца, но переводятся на ваш счет после 10 числа каждого месяца. Здесь набегает от не очень больших сумм до, в общем-то, приличных. Следующая кнопка, написано «Бассейн». Здесь небольшие цифры. По всей видимости, это сгенерированный бонус. Вот эта статья, сгенерированный бонус. По остальным здесь пока нули. И вот здесь последняя комиссия золота. Это то золото, которое вы приобрели, помимо того, которое находится в ваших пакетах. Или то золото, которое вам выплачивается в качестве вознаграждения. На этом немножко остановлюсь. Когда ваш доход поднимается до уровня 200 евро в неделю, часть этого дохода, то есть эквивалент 1 грамма, компания выплачивает вам 1 граммом золота. Когда ваш доход превышает 1000 евро в неделю, компания вам выплачивает 2 граммами золота. Когда ваш доход превышает 2000 евро в неделю, компания выплачивает вам 4 граммами золота. Остальные деньги идут на вашу карту, вы получаете их в евро. Здесь мы видим 1 грамм, 1 грамм в неделю и вот 2 грамма в неделю. И всего 5 записей. Посмотрим следующую кнопку. Урегулированные комиссии. Здесь мы видим в форме отчета то, что мы смотрели раньше, за месяц. За апрель месяц, но выплачено в мае 520, и за май месяц, но выплачено в июне 570 евро. Можно кликнуть на вот этот значок PDF, и откроется более детальная раскладка всех этих цифр. Вот они здесь небольшие, 15, 6, 3, 2, 1 и так далее. А общая сумма 570 евро. Следующая кнопка касается вашей карты. Здесь телефон. Открывается окно. И здесь вы вносите свой номер карты и пин-код, который вы задавали. Кликайте кнопку «Войти» и входите в свой аккаунт банка. Следующая кнопка «Стимулы» или «Поинты». Здесь написано, какой объем проданного золота вашими линиями. Это ваши первые линии, а это объем проданных золота. 157 грамм, 20 грамм, 18 и так далее. Можете просуммировать и узнать, сколько всей вашей структурой продано золото. И ниже те подарки, которые вы получаете за созданный товарооборот в золоте. Вот килограмм, это iPhone. Далее поездка в Дубай, мега поездка, часы Rolex. Новый автомобиль, еще один автомобиль, новый роскошный спортивный автомобиль и вилла класса люкс. Все это здесь оговорено. Следующая кнопка – это двойные комиссии. И здесь у нас две кнопки – прямые комиссии и двойные комиссии. Прямые комиссии – это за лично приглашенных. Вы получаете процент в зависимости от того, какой у вас пакет, от 5 до 20. И здесь видно, что 25 записей, значит 25 человек первой линии имеют уже свои пакеты. И двойная комиссия, то есть по Dual System или бинару. Здесь за циклы от 10 до 80 евро, поскольку пакет VIP здесь 80 евро. Если посмотреть раньше, пока еще не был пакет VIP, здесь 60 евро. Это на золотом пакете.
Вы можете выбрать до 100 записей, вы можете выбрать даты с такой-то по такую и найти конкретного человека и посмотреть, что вы получили от конкретного человека. Теперь единицы или юниты. Здесь мы можем отследить по датам конкретно, от чего вы получаете за циклы. Если здесь 50 справа, значит человек в правой ветке вошел на золотой пакет. Если 20 справа, значит человек с правой ветки вошел на серебряный пакет. Когда 75, значит сработал цикл. То есть 25 слева и 50 справа. Сработал цикл и здесь 75. Если 5 это бронза, 30 это обновление пакета. Здесь нетрудно разобраться. Цикл это 75. Все остальное это накопление. Справа-слева накопление 75 срабатывает циклы. Тоже можете выбрать здесь до 100 записей и выбрать дату, чтобы посмотреть в какой день, какие были начисления. И остается нижняя кнопка, где видно ваше вознаграждение по первой и второй статье, то есть за личное приглашение и по Dual System вебинару. Суммарно в PDF-формате. Вы кликаете просто на этот PDF-формат и видите эти цифры. Вот здесь видно было 60 евро, 60 евро, 60. Это за циклы. И вот эти цифры это за личное приглашение. Здесь сумма за эти две статьи дохода. А уже в июне месяце мы видим по 80. Это уже VIP-пакет. Переходим к следующей кнопке. Покупка товаров. Первая кнопка здесь это автопокупка. Вы можете задать ежемесячную покупку. У вас есть такая функция. Либо покупаете количество определенное карт однограммовых. Это не лучший все-таки вариант, потому что здесь грамм считается по максимальной цене. Здесь 47,72 на сегодняшний день. Вы можете покупать на фиксированную сумму, задав здесь сумму. И перейдете, и вы сможете покупать на автомате на определенную сумму золото компании Karatbars. Или совершить одноразовую покупку, но здесь написано одноразовая покупка, сумма минимум 500 евро. Если такая покупка, здесь все необходимые вещи заполняете, кликаете контроль и переходите к покупке. Более распространенный, наверное, вот этот вариант. Классическая золотая карта. Здесь вы выбираете ту карту, которую хотите купить. Либо однограммовую и стоимость 47,72, либо 2,5 грамма, цена, по-моему, примерно та же. Но когда вы покупаете 5-граммовую карту, то цена падает до 36 евро за грамм. Тем более, если вы включаете скидочную карту, цена падает еще примерно на 1 евро. Где-то с 37 до 36 евро за грамм. И, конечно же, это не 47. Давайте быстро пройдем вот эту процедуру. Например, закажем 5-граммовую карту. Мы кликаем сюда, добавить в корзину. Затем заходим в корзину. Здесь кликаем проверить. Если вы еще не внесли сюда бонусный код, обязательно его внесите. У меня он внесен. И видите, здесь есть скидка. Получается 5 евро скидки. Это 3%. Потом вы выбираете тип доставки, либо хранение в компании, либо перевозка груза. Если кликаете сюда, карта будет вам выслана и стоимость доставки в этом случае 13,5 евро. Если хранение, то конечно же это бесплатно. Выбираете оплату, кредитная карта, либо банк, либо предоплаченная карта MasterCard, Karatbars. Например, у вас уже есть карта. В этом случае 0,50 евро. Если с другой карты и кликаем здесь, то здесь вы оплачиваете еще 6 евро. Поэтому выгоднее, конечно, платить с карты Karatbars. Кликаем здесь. Здесь 0,50 центов. Общая сумма 182 евро. Кликаем «Покупка», вносим данные карты и осуществляем покупку. Все, в общем-то, очень просто. Следующая кнопка «Страна», то есть карты со странами. Вы видите здесь Соединенные Штаты, Словения. То есть здесь специфические карты. Алгоритм тот же. Кликаем «Добавить в корзину» и идем по корзине.
Следующее. Специальные золотые карты. Вот здесь за голодающую Африку. Здесь свадебные карты, чемпионат мира и так далее. Поздравляем. Детские, с днем рождения. Множество карт. Вы выбираете то, что вам нужно. Здесь еще вторая страница. И приобретаете эти карты. Следующая кнопка. Посмотрим, что это за препре-карты. Если честно, я прочитал, но так и не понял, что это. Попробуйте разобраться сами. Идем дальше. Новые брендинговые карты. То есть это вот ваши личные карты брендинговые. Здесь вы заказываете карту со своим изображением. Либо одну карту, либо 10 карт, либо 25, либо 50, либо 250, вплоть до 1000 карт. Например, у вас большая компания, организация, вы хотите, чтобы у вас были брендинговые карты, вы заказываете большое количество этих карт. Цена здесь, видимо, изменяется, и у вас есть 15-евровые скидки на эти карты, 6 штук, когда вы приобретаете для себя пакет выше серебра. Чтобы ознакомиться более детально с содержанием того, что здесь предлагается, кликайте по этой надписи. Здесь переводится, и вы читаете, какие параметры вашего изображения должны быть, куда вы высылаете и так далее. Следующая кнопка – упаковка. Здесь несколько видов упаковок. Это премиум деревянный ящик, алюминиевый корпус для ваших карт. Стоимость 52 евро или 15 евро. Дальше пакет обновления. Здесь вы можете обновить свой пакет. Поскольку здесь пакет VIP, остался только один вариант VIP эксклюзив. Как обычно, приобретаем, выбираем язык. Дальше идем контроль и так далее. Следующий мерчендайзинг. Здесь еще дополнительные товары Karat Bars. Это парфюмерия от Karat Bars. Это часы Karat Bars, футболки Karat Bars, модная рубашка. Вы это все тоже можете приобрести. Эти покупки тоже идут в зачет, и вы тоже здесь можете иметь 3% скидку. Следующее – это рекламные материалы. Здесь брошюры, каталоги, брендинговые карты, еще брошюры. Вы это все можете посмотреть, что собой представляют вот эти вот товары. Следующий раздел – это мультиграмм карты. Здесь вы можете приобрести карты 100 грамм. Здесь можно использовать 3% скидку. И, насколько я понял, даже 100-евровую скидку, вот написано, тоже можно здесь использовать. Если вам интересно, почитайте, разберитесь более детально. Следующая кнопка – это бонусные карты. Кроме того, что эти карты вам придаются к пакетам, вы можете их приобрести. 4 бонусные 3%, 25 3%, 100-евровые карты, 5-евровые карты, 10-евровые, 25-евровые и бонусные 50-евровые карты вы тоже можете приобрести. Следующая кнопка – маркетинговая система. Эта система чем-то напоминает Karat Bars Automatic, но на английском языке. Вы можете подписаться на нее бесплатно, по-моему, месяц, а потом уже нужно оплачивать месяц или три для того, чтобы пользоваться этой системой. Цена здесь 30 евро за месяц. За 3 месяца 90 евро. За 6 месяцев, соответственно, и за 12 месяцев 350 евро. И осталось последнее. Бонусные карты. Сюда вы вставляете свои бонусные карты. Коды, которые возьмем в другом месте, я покажу, где они берутся. Здесь, как видим, вот уже есть 3% код и 100-евровая карта для приобретения VIP-пакета уже была использована. Здесь вот дата, когда они были начаты, 3-евровая, 28 мая, и здесь 28 мая 100-евровая тоже. Теперь перейдем к кнопке My Gold или Мое золото. Здесь видно, сколько золота вы уже купили, сколько грамм, цена золота и сумма, которая затрачена на покупку золота. В ожидании закупки не могу сказать.
В ожидании снятия это сумма, которая еще не выплачена, и всего возвращена сумма, которая выплачена. Здесь также сказано, что для запроса доставки, пожалуйста, отправьте по электронной почте с вашим именем и так далее сюда. То есть вы можете это золото забрать в любой момент. Следующая это история транзакций. Здесь есть несколько кнопок, давайте мы посмотрим. Сначала золотые покупки. Все эти 9 граммов здесь разбиты. Приобретение пакета 2 грамма, покупка 2 грамма, остальное по грамму. Если здесь меньше, то значит тогда просто выберите количество записей и вы увидите все. Все свои записи. Дальше, продажа золота. Здесь мы еще не продавали. Карта. Вот это важная кнопочка, потому что когда вам заказана карта, то есть на вашем счету появилось $35, она заказывается, снимается $20, и это номер вашей карты. То есть когда уже есть номер, значит ваша карта заказана и уже вам выслана. И здесь ваше начисление по неделям, ваши чеки. Золотые поставки, здесь пока ничего нет. Идем дальше, счета, фактуры. Здесь история приобретения золота. Первая запись – это приобретение вашего пакета. Вы можете посмотреть, куда этот пакет будет направлен. Здесь его адрес. И каждый грамм золота. Если вы не заказываете почтовую отправку золота, то оно хранится в компании Prosegur. Если заказываете, оно высылается на тот адрес, который здесь указан. Следующее – это цифровые коды. Это бонусные коды, о которых мы говорили. Их здесь много. Это и 100-евровые купоны, и 3-процентные купоны, и у вас еще могут быть здесь 15-евровые купоны. Мы уже об этом говорили. Вот дата, когда эти купоны 2 вставлены, остальные пока не используются. Вы просто берете этот код и вставляете туда, где мы только что перед вами видели. То есть вот здесь покупка товаров и в самом низу представьте бонусные карты. Следующий запрос – доставка. Насколько я понимаю, здесь вы указываете, сколько грамм вы хотите получить и вывести. Указываете эту цифру, продолжаете, и вам его привозят домой службой FedEx. Следующее – в ожидании даты поставки. Здесь указан RFID вашей покупки. Это покупка пакета. Ордер, сколько грамм золота, цена, дата. Здесь указан адрес, на который вы получите посылку. И еще одна кнопка – обзор сделка. Ваше золото, в данном случае 7 грамм. Можно кликнуть на PDF-файл и посмотреть все свои. Да, здесь, как видите, не все, только последние. Чтобы посмотреть все, нужно просто изменить дату. Здесь вы выбираете, например, выбираем другую дату, кликаем «Поиск». И смотрим, что нам покажет. И здесь все транзакции, все 9 грамм золота. И если PDF формат, то должно по идее показаться все. Да, вот все транзакции, все есть в PDF формате. Если вы кликните сюда, вы посмотрите свои бонусы первого уровня. То, что мы уже с вами видели. Здесь заработано, получено и ваши комиссии, остаток. Здесь двойные комиссии, то есть за циклы и за личные продажи. Вот 80, идет накопление, накопление, накопление. Потом вот золото куплено, здесь сумма уменьшилась. Выплатилось на карту, сумма опять уменьшилась. То есть это то, что остается. И когда выплачивается на карту, здесь вот опять сумма уменьшается. Ну, я думаю, разберетесь. Посмотрите и разберетесь. И у нас осталась еще кнопочка «Профиль». С ней тоже приходится частенько работать. Ну, во-первых, здесь ваши данные вы можете посмотреть. И кликнуть «Изменить профиль», тогда вы можете изменить данные. В своем профиле вы можете менять многие данные, кроме имени пользователя и вот этого номера. Вы даже по вопросу, по запросу можете изменить вот это, имя и фамилия. Вы можете поменять электронный адрес, а вот дату рождения менять не можете. Можете поменять адрес, но страну менять не можете, по крайней мере пока. И не можете менять телефон, потому что не можете поменять страну. Когда вы изменили данные, кликайте «Обновить профиль» и идет обновление.
Вы можете также изменить пароль, кликнуть здесь. Вносите старый пароль, указываете новый, повторяете его и кликаете «Изменить пароль». Конечно, более всего нам с вами знакома вот эта кнопка, вот это ZSK или что-то в этом роде. Я думаю, здесь вы можете найти видео, которое делал специально для того, чтобы пройти подтверждение или верификацию документов. И остается вот эта кнопка «К-биржевый центр». Насколько я понимаю, здесь речь идет о сервисном центре, который вы можете тоже иметь от компании CardBars. Вы здесь заполняете все необходимые данные. Главное – это регистрация бизнеса, документ и материалы для вашей рекламы. Но я более детально не смогу об этом рассказать. Итак, мы с вами прошлись по всему офису, по всем кнопкам. Я думаю, после этого вопросов у вас почти не останется. Если это видео было для вас полезным, пожалуйста, кликайте по кнопке «Нравится», подписывайтесь на канал. Здесь будет всегда много важной, ценной для вас информации, обучение, видеоуроки и все, что необходимо вам для того, чтобы добиться успеха в бизнесе CardBars. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Николай Лобанов и до новых встреч!